Меры по борьбе с африканской чумой свиней принимают и в Латвии. Она никуда не ушла. Сейм сегодня официально объявил о чрезвычайном положении. Во всех самоуправлениях вдоль восточной и северной границы Латвии ответственным службам таким образом придется контролировать вдвое большую территорию. Замечу только, что в разгар июля объявить ЧП в Латвии и 100 депутатов Сейма сегодня собрались едва ли 77. Репортаж Сергея Герасимова. Сейм принял решение расширить зону действия чрезвычайного положения, включив в нее, помимо Латгалии, все самоуправления у границы с Эстонией. Таким образом, теперь в опасной зоне находятся хозяйства, в которых в общем содержится почти 50 тысяч домашних свиней. Чтобы не допустить распространения болезни, соблюдать меры предосторожности должны в первую очередь сами люди и не вывозить мясо с зараженных территорий. Государство, как утверждают власти, уже делает все, что можно. Если люди не будут понимать, что это опасно и очень опасно, и будут не соблюдать те меры, которые полные эти, ну, средства массовой информации, пресса, плакаты, лозунги, ну что еще? Ну если он проходит мимо и говорит, для меня это не важно, пошли не, и все, ну тогда ничего не сделаешь. Общее число уже у нас это 12 ферм. И общее количество уничтоженных домашних свиней это уже превышает 190. Угу. И при этом еще, конечно, появляются случаи в диком кабане. Расширение зоны чрезвычайного положения в Латвии Сейм сегодня поддержал единогласно. Однако при этом ряд депутатов напомнили, что в борьбе с африканской чумой еще есть над чем работать. К примеру, объявлять ЧП в случае необходимости могло бы каждое отдельно взятое самоуправление, а не Сейм, который, к примеру, летом для этого нужно созывать на чрезвычайное заседание. Местное руководство должно идти к министру отрасли, ему доказывать. Он, в свою очередь, идет в кабинет министров, они там тоже беседуют о чем-то. И потом он еще приходит сюда, в парламент, и нам рассказывает, чтобы нам что-то доказать. И тогда мы, конечно, проголосуем, да, объявляем чрезвычайную ситуацию. В выходные я был в нескольких властях Красловского края. Один экипаж полиции я действительно встретил, но очевидно, что и по сельским дорогам, и по шоссе можно свободно передвигаться, без всяких проверок. Конечно, нельзя круглосуточно обеспечить контроль автомашин на всех дорогах, но как-то эффективнее это можно сделать. Но я надеюсь, что и люди осознают весь масштаб проблемы. Нормально было бы, чтобы министр рассказал, какие мероприятия будут проводиться, почему необходимо это чрезвычайное положение, что оно даст, сколько это все будет стоить. А то сейчас приходится гадать, ну что дальше будет, что черный список будет составляться для кабанов, чтобы они здесь не попали или что? Сергей Герасимов, Олафс Першевец, Латвийское телевидение.